инспектор Министерства культуры, адрес проживания в паспорте, судимостей нет. Чичиков Павел Иванович. Мы сейчас имеем возможность перезахоронить в столице выдающихся деятелей русской провинции. Я мог бы внести вас в эти списки. Сколько это могло бы стоить? 52. С половиной. По рукам. 52 с половиной миллиона. В наше время разбойники в костюмах по кабинетам сидят. Но они тебе не отдадут деньги. А там... «Мертвые души». Смотрите все серии прямо сейчас. Надо было 100 просить. Я думаю, 100 дал. Только на Иви.